Все, будешь петь. Школьный учитель с консерваторским образованием научит петь любого ребенка. Их на одной классике не воспитаешь. На его уроках слушают Битлз и Шевчука. Чего он там, этих длинноволосых, рекламирует? 44 года он помогает красноярским детям полюбить музыку. Вот зачем человеку песня. Заслуженный учитель России, руководитель детской хоровой студии «Искра» Сергей Ежак в программе Натальи Кечиной «Дорогие мои земляки». В понедельник в 20:30 на ТВК.